И мы сейчас едем на тренировку, чтобы потренировать там кого? Меня. Правильно. Лучшего каблихапера в мире. Каблихапер. И нас везет лучший модератор в мире Константин. Ну, ребят, что сказать вам? С сегодняшнего дня Фридрих начнет каждый день бухать. Фридрих, расскажи, как чувство первый раз в жизни своей сходить в спортзал? Как это вообще? Ну, что вы верите ему, что я каждый день хожу на тренировки. Вот сегодня просто действительно хотелось бы показать, как тренирует специалист, не специалист. Сегодня я их буду тренировать. Я им покажу некоторые положения, которые позволят им развить себя физически, морально, психологически и творчески. Ну что ж, ребят, только что вы слышали самого лучшего пиздобола СНГ. Вот, это Crazy Фридрихов. Сейчас мы едем в зал. Сегодня у тебя что именно будет за тренировка? Грудь, бицепс, бедра? Я вчера тренировался, я сегодня у вас буду тренировать. Ты вчера тренировался за кружкой пива и смотрел хоккей. Ну это после было. Я тренируюсь с утра, всегда в 6 утра встаю и тренирую. И что делаешь? По 2 часа, да. Морковку жрешь? Морковка, капуста, свеколка, горох, петрушка и свекла. Ну, про петрушку-то мы, конечно, слышали. Вот. Про горох мы, чувствую, сегодня узнаем момент тренировки. Почуете? Да. Чем пахнет штанга? Не переключайтесь. Андрюх, а там окна-то открываются в спортзале? Нет, там кондиционер открывается. Вот, так что... Вот, ребят, красота. Речка у нас там. Речка. Да, у этого дома, да? Вид какой из окна. Прям на реку. Красота. Фридрих. Да? Ну ты готов реально, блядь, сегодня просто рвать жопу? Кстати, а что ты думаешь по поводу Эль Классико? Даже не знаю. Пока еще не смотрел. Ничего, надо кэф посмотреть. Кэф? Но я не думаю, что все-таки Реал даст войну в Барселоне, поэтому... Потом по всей видимости Барселону выиграет, но нужно посмотреть коэффициент, который так поинтереснее ставить. Ну, потому что просто на победу Барселоны я не думаю. Фридрих, пойдешь грехи отмаливать? У меня нет грехов, я ну да. Зато ты теперь... Я даже родился в Зато ты с руками теперь... Пробирки родился? Да. Да, кстати, ребят, открою вам тайну. Фридрих пробирочный. Ебама-рама! Спрашиваем у Фридриха, говорит, с собой гель для душа взял? А Костя говорит, что ты говоришь там? Ну там гель для душа есть, Фридрих хоть помоется по-человечески. Ебать, Фридрих. Намой все мудя. Давно не мылась, солнце. 6 лет не мылся я. 6 years old, блядь, не мылся. О, ничего себе, Фридрих, ты построил такие дома, а? Да, вот этот зеленый ближний, который... Зеленый ближний? Ничего себе, ничего себе. Ну вот, перед палаткой такой. Фридрих, а чечело мыть будешь свое? Чего? А чечело свое мыть будешь? Я тебе намою. Я, блядь, кстати, сука, и думал, что он эта тварь так и ответит, блядь. Все о чужом очке думаю. Ну что, ребята, у нас новый проект «Трансформация». Чего ты отворачиваешься? На тебя люди смотрят. А, разминайся. Я хочу посмотреть, как ты будешь разминаться. Разминайся. А, новая разминка? Ничего себе. Нормально, нормально. О, вот эта тренировочка пошла. Давай, Фридрих, зажигай. Вот эта тренировочка. Вот это. Учитесь тренироваться, ребята. Костан, кого мы привели в спортзал, а? Танцоры. Танцоры? Давай, Фридрих. Встал? Назад пошел. Что, пошла скорость? Ну что, Фридрих, ты как думал? Жизнь, она такая. Жизнь тяжелая штука. Ран, Форест, ран. Давай, Форест, беги. Вот это нормальца. Новые горизонты, новая жизнь. Фридрих, скажи, как ты находишь в себе силы раз в год прийти в зал?
Это тяжело, друзья, это тяжело. Раз в год это очень тяжело. А пусть занимается пока минут 10. Там посмотрим. Это вообще Фридрих нам объяснит. Фридрих, покажи, для чего вот этот станок. Это станок элементарный. Так. Нет, не знаю. Вот. Нет, тут учит тебя подтягиваться, братан. Если ты сам не можешь, устанавливаешь, он тебе поможет. Сейчас он взвесится, ребята. И мы с вами посмеемся, сколько он весит. Поджом. Ну, вот этим атлетом. Давай, Фрид, становись. Давай, Фрид. Ушишки мои. Сколько там? Ровно 115. Нет, не угадал, 116. Ну, одежда, да, там еще плюс твои чешки. Чешки. Ну, у меня чешки 6 килограммов. Пойдем, покажу тебе следующее, что будешь делать. Значит, ты же ногами сделал, да? Прошелся. А, ну здесь уже, видишь, хоккеист. Понял, как делать, нет? Запомнил? Фрид? Запомнил, как сделать? Не знаю. Давай, давай, работай. И мы сейчас что-то пропустили? Чувствуешь? Нога треснула. А нафиг такой вес-то большой сделал? Ты что ли его нагрузил? Конечно. Нафига? Да ладно, прикалывайся. Какой там вес-то? 25. 25 килограмм, да херу, а, блин, Фрид. О, блядь, ты зверюга. Зверю, да. Ну, зверю. Да, ребят, пойдемте отсюда. Че говоришь? Фридрих делает, аж гантели упала. Калека, блядь. Вот завтра ему будет заебись. Давай, Фридрих, погнал. Пресс, братушечка, это очень тяжелое дело. Давай. Давай, слышу, у тебя уже реально кубики. Я их вижу. Все, устал. Молодец. Овальчик. Да, ребята. Ну а что делать? Вот так вот. Приходится. Приходится заставлять Фридриха. Ради подписчиков, ради вас. И ради телочек Фридриха. Я понял. Ради кого все эти труды? Когда будет пресс? А? Когда пресс будет? Завтра. Завтра. Все. Завтра будет пресс с баблом? Нет. А, ну все, что, в принципе. Коэффициент 21. 21? Да, М1. Реал Мадрид, Барселона, а точнее Барселона, Реал Мадрид. Так, ну и что? Какой будет счет? Ну, несмотря на коэффициент. Получается, на Сантьяго Бернабеу играет? Нет, получается, играет на Камп Ноу. Ну так чисто из... Смотри, через... Из сна. Через два дня у Барса потом игра с Атлетико в рамках Лиги Чемпионов. А через три дня... Игра так. У Реала в рамках Лиги Чемпионов. Короче, у них игры, понял? Потом. И перед этим они же должны там... Ну а там по составам, не знаешь, ничего, там все играют. Хуй его знает, кого там выпустят. Да? Я лично думаю, что тут надо что-то, блядь, неадекватное ловить в сторону Реала. Ну все равно они обосрались в этом сезоне. Да, в этом сезоне, да. Но мне кажется, что Роналду... А тут фиги, они бьют, короче, блядь, Барса. Мне кажется, Роналду уйдет из Реала. Роналду уйдет из Реала. Так и назовем этот ролик. Да. Скорее всего, да. Потому что в следующем году я не думаю, что он останется в Реале. Куда он идет? В Челенцы? Нет, скорее всего, в ПСЖ все-таки. Потому что... Парис Сен-Жермен? Да, там бабки приличные. Какой будет счет сейчас? Реал, Барселона. Реал. Барселона, Реал. Да. Но мне нравится счет вообще 3-1. Такой самый у них популярный счет. 3-1, уж Барса выиграет, да? Да. Ну, может быть, 3-2. 3-2. Да. Ну, мне кажется, три голешника они должны закатить. Да? Потому что все-таки у Реала оборона для Барселоны это как для меня консервная банка. Ясно. Если у меня есть нож. Давайте узнаем, сколько Фридрих пожмет от груди. Не пойду, я сказал. Ну, Ильяш, присними ее хотя бы со стоек с этих, а потом уже попробуй. Херня, блин. Мешок картошки, блин. 50 килограмм каких-то паршивых. Мешок с картошкой. Да, ложи, чтобы на уровне глаз была штанга. Чтобы штанга была на уровне глаз. Сейчас проверим, на уровне глаз. На уровне шеи, нормально. Так, подожди, вот риски видишь? Да. Берись безымянным пальцем, вот где риски. Во, и там. Снимай. Снимай. Да. Снимай и на вытянутый сначала, вниз пока не опускай.
Снимай на вытянутый, потом вдох. Нет. Ну сними, сними, давай. Да не буду я снимать. Да не придавит. Не хочу. Ну давай, ну присними, тебе так кажется. Я тебе говорю. Лёд, подойди Костян рядом. Да. Чё? Ну все, Костик подошел, давай. Костик подошел, блядь, жать. Пацаны, ёпта. Давай гриф попробуешь, пустой. Да не буду я его пробовать. Гриф пустой. Ну, в общем, вы видели, 50 пожал, да, сейчас? Пожал, да? На сколько, 3 раза? 19. На 19 раз, блядь, на 20 чуть не хватило. Вот это техника. Вот это техника. Живой? Давай, давай. Ты дыши. Набрал? Вот здесь выдыхай. Да, набрал? Выдыхай. И чувствуй, как грудь растягивается внизу, как она просто, блядь, тянется, рвется. Давай, 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 давай. Сейчас сиськи в разные стороны, не надо. Сиськи в разные стороны идут. Ну а ты что думаешь по поводу Барселона-Реала? Какой счет? Я ничего не думаю, это вообще очень тяжелый матч. Ну счет, как думаешь, какой? Тяжело предугадать на самом деле. Ну так, на дурачка счет скажи. Ну на дурачка все-таки Барселона выиграет. Ну а счет-то какой? 2-0. А вот так вообще, то есть вообще, даже Реал не забьет, даже да? Реал не забьет. Вот так вот, блядь. Понял, Фридрихания? А? Че там у тебя? Кровь пошла? Кровь пошла? Ничего себе у тебя, блядь. Слушай, нормальный такой. Ну тебя вшиль, да, качаешь его? Вглубь. Вглубь. Ебамарама. Вот так вот, девчонки, подписывайтесь на Фридриха. Давай, раздеваемся. Сейчас увидим, какой он до. А потом узнаем, какой он будет после. Значит, это Фридрих до. Это Фридрих после. Спиной, спри, пресс. Я набрёк, блядь. Талия, 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 Фридрих. Не разорвалась, ну что? Спину, спину. Не напрягаться нельзя. Спину, вот так, смотри, делай. Вот это силище. Неимоверный. Молодец. Это все мои заслуги. Будете заниматься с нами, железный став, будете именно таким. Да. Или такими. Не-не-не, это пизду, не обращайте внимания. Или вот такими. Давай. Такими? Нихера! Вот это машина, блядь. Вот это машинюга. Ну это хоккеист. Хоккеисту все можно. Носки хорошие у хоккеиста. Носки мне нравятся. Носки у хоккеиста вообще просто... Бомба, да? Супер, да. Фридрик, смотри, короче, надо для подписчиков вот эту гантелю просто вот поднять. Ну просто снять ее оттуда. Ну снять оттуда ее. Ну просто снять оттуда, сможешь? Есть, есть, есть. Сейчас снять оттуда. Смотри. Ух, нихуя, осилил, блядь. Ну-ка, ты осилишь какие-то? Кого? Гантелю. А сколько штук килограмм? Да похуй, какая тебе разница? Раз в какие-то смотрят, сколько килограмм. Ну, Фридрих поднял, а выше над головой. Не. Да херня, братан. Я так... только шайбу могу поднять. Я такими разлобку делал в свое время на 6 раз, полтинники всего лишь. Вот, поднял? Ничего себе. Вот он, Рокки, Рокки Бальбоа. Рокки Бальбоа. Хо, давай, давай, братан. Давай, ты чё, бля, ты чё? Хоп, хоп, чё? Лоу-кик. Хоп, бля, чё, чё? Брейк. Ты чё, бля, брейк? Ты реально сейчас хочешь пробежать 3 километра? Да, я сейчас буду покорять дистанцию 3 километра. После стаканюги водяры. Один глоточек. Я сейчас всё вкуешь. Да, выпей стакан воды. Реально, 3 километра сейчас просто бежишь. Да. Давай, до дна. И 3 километра. Давай. Давай. С хлоркой? Водка-то? Конечно. Водка с хлоркой. Да, занюхни, занюхни. Фридрихом заехнул. Пойдем, сейчас я посмотрю, как ты начнешь бежать. Будешь бежать тут. Давай с моей легкой руки я нажму старт. Старт. Погнали. Сейчас. Тут. Хорошо. Ага. Ну поставь поменьше, ладно. Слышь, а давай, насколько я смогу тебя увеличить максимум. Не-не. Не надо? Короче, сейчас я у нас... Ну, удобно, скорость сейчас сделала. У нас пока 20 метров пробежал. Короче, почти 9-этажку пробежал. Все, вот 9-этажку пробежал. Ну давай, удачи, я подойду попозже. Фридрих качал пресс, потом передумал. Решил заняться действительно делом. Ты снова здесь? Да. Почему у тебя нет ни капли пота? Посмотри, как бежит вот друг. Как, бежит, не как модератор сайта бежит. Фридрих, чтобы накачать пресс,
нужно, чтобы на весь организм было меньше 25% жира. Да. Тогда он появится. То есть, то есть не обязательно его качать. То есть надо питание соблюдать, надо заниматься кардио постоянно. Не так, как ты, надо побыстрее, Фридрих, реально. Надо, чтобы ебашило кровь, пот и слеза, и трубы изо всех щелей. Так у меня жир, нет, не жиринки. Ну, я понял. Короче, это кожа давай. Такая, у меня толстая. Надеюсь, ты меня понял? Нет? Меньше 25% жира по всему организму, тогда пресс появится. Это меньше углеводов, убрать мучное. Тебе вообще углеводы нахуй убрать. Поменьше воды, на момент тренировки можно. Вот. Ну и что там, я не знаю. А пивка? Фуросемитику попить, мочегонных. Меня тошнит от фуросемитики. Пивка не надо, Фридрих. Если пивка, бросай нахуй эту затею. Поехали в бар. В общем, ребят, коэффициент, что у Фридриха появится пресс. Ставки не принимаются. На то, что он... Долгосрочные ставки не принимаются. Да, вообще будем смотреть. Пишите в комментариях, что ему нужно сделать, чтобы побороть себя. Осталось 200 метров, братан. Или 20. В принципе. Да. Мог бы... Километр бега. Да. Херня, да? Заменяют секс с любимой женщиной. О-о-о. Трешка, все? Или еще побежишь? Вот красавчик, ребят. Не то, что некоторые, не будем показывать пальцем, кто. Фридрих, ну а ты когда бегать-то начнешь? Не бегать нельзя. Да? Я ухожу красиво. Тебе может только уебывать, да? От подписчиков. Фридрих, как тренировка первая прошла? Первая тренировка прошла изумительно, даже не вспотел. Вот так вот. И что сейчас будешь? А что там говорить, прыгать в бассейн запрещено? Да хуйня. Да, написано, смотри. Тогда прыгать в бассейн запрещено. Прыгать. Правильно, надо. Верно, да? Прыгать. Маленький. Ну а ты как старый добрый время затираешь? Даже не знаю. Толкнуть тебя, как всегда. Толкать, сейчас буду толкать. Не надо меня толкать, Андрюша. Нет. Фридрих, кстати, смотри, видел, что это на стене за пятно, не? Я пошутил, братан! Шучу. Ну нырни, братан. Ну. Да, ебте. Я себе, блядь. На меня ж брызги долетели. Ладно, пацаны, пошел, я тоже плаваю. Фридрих, как, полностью под водой до конца, да? Я не знаю, я попробую. Попробуют. Ну давай. Только лучше капель можно. Ну, блядь, ну что есть? Нихуя, рангутан. Чуть-чуть осталось. Ну, а, вот, чуть-чуть не доплыл. Фридрих, а ты сегодня, кстати, в красных. Да. Где-то нашел, блядь. А? Где нашел, блядь? Подстраховал. Не то, что я и мой пресс. Фридрих, париться идем. А в хамаме что? В хамаме? В хамаме. Красота. Вот такая. Ух, сейчас зайду, все запотеет. Оп, все запотело к ебеням сразу. Протереть надо очечко. Оп. Сейчас пойдем, ребят. Отжигай, давай, Фридрих. Ничего себе. Да. Хотите увидеть стриптиз от Фридриха? Подписывайтесь. Фридрих, трусы распусти. Здесь девочки тренируются на шесте, и Фридрих частенько им помогает. Работаем. Мы скоро вернемся. Пойдем. Скоро вернемся. Давай, Фридрих, красиво зашел, плохо вышел. Ох, маржа. Ракета пошла. Что тебе мешает начать заняться спортом? Сила воли. Не, ну реально, правда. Реально, сила воли. Тяжело, да? Не тяжело, просто сила воли. Сила воли? Нет, сила воли. Сила есть, воли есть, сила воли нет. Да? Да. Ну, а тяжело сегодня вот было заниматься или так? Не, нормально. Я не могу себе позволить заниматься. Не, на постоянной основе. Не, на постоянной нет. Я лично
не постоянная, поэтому постоянно заниматься не могу. Постоянно могу бухать. Бухать? Бухать могу постоянно. Так тяжело, да? На постоянной основе. Конечно, тяжело бухать постоянно. Не, ну может быть, все-таки вот с сегодняшнего дня начнем на постоянку ходить. Не, ну можно, конечно, начать. Я не знаю. Ну, надо план написать тебе, чтобы я тебе план написал. План написать? Да. Ну это нужна диета, хрень нет. Да. Не оттянешь? А? Это геморрой. Не потянешь? Не, ну может быть и потяну, но все равно это очень тяжело совмещать все эти моменты, которые жизненные у меня, да, происходят, вместе с этими моментами. Да? Конечно. Ну, знаешь, что никогда не будет точного момента, когда вот прямо вот сейчас вот надо идти. Че ты разрушаешься, сволочь? Никогда не будет точного, понимаешь, времени. И вот чтобы все-все-все в жизни выровнялось. Вот скажи мне, сколько сейчас точного времени? Сейчас не знаю. Никогда не будет, говорю, для тебя вот прям все гладко, чтобы ты начал заниматься. Всегда будет какой-то, всегда будет геморрой, понимаешь? Может, геморрой мне не нужен. У меня он и так есть. Тренировка должна войти в привычку. Да, смотри, я с тобой полностью согласен. Сможешь отказаться от мучного? От мучного? Да. От булочек? Да. От пончиков? От батонов, от хлеба. От батонов, от хлеба? Да. Хлеба в обеду в меру бери, я знаю все. Меня как в школе научили, я в меру беру. А, в школе научили? Так. Конечно. Я вижу. Так. Фридрих, как вам удалось так быстро за одну тренировку накачать, вообще так накачать все? Очень хорошие тренера у меня сегодня, да? Были, да. Они мне сказали, либо занимайся, либо умри. Либо раздевайся. Пришлось заниматься раздевом. Вон там один какой-то за стеклом ебашит. Так, грудь, грудь вперед, у тебя грудь пропала. О, да, да, да. Так, смотри, кубики появились. Короче, Фридрих, давай. Вот сколько надо набрать лайков к этому видео, чтобы ты начал на постоянной основе ходить? Миллиард. Это невероятно. Ребят, короче, будет он ходить, не будет? Пишите в комментариях. Мне кажется, нет. Что мне нужно сделать, чтобы я начал заниматься? Пишите в комментариях, оставляйте лайки, дизлайки. Все, что хотите, оставляйте. Вот. Советую у вас я прошу. Что мне сделать? Я пока еще не нашел за свои 48 и 64. 48 лет, 64 дня мне. Вот. Не нашел все-таки ответа. Каким образом? Не, а реально, сколько тебе лет? Ну, реально? Да. Вы хотите знать, сколько мне реально лет? Пишите в комментариях. Как вы думаете, сколько мне лет и чем мне можно мотивировать, скажем так, занятие спортом на данный момент времени? Короче, пацаны, это просто пиздец. Уезжаем с тренировки. Давай, показывай, хули там спрятал. Чё, нет ничего мне. Давайте. Нет, это... подписчики должны знать все. Не, я начал здоровый образ жизни, а, все. То есть здоровый образ жизни, да, начал? Да. Я хуею, блядь. Представляете, пацаны, вот сумки, вот мы с тренировки едем, вот я вам показываю. И вот смотрите на это чудо. Пиздец. Все, вырубай, я сейчас буду матом ругаться. Хорошо. Я выключу. Ебаный мрак! Ты охуел, мы за тебя заплатили, блядь! Вот, ребят, вся жизнь игромана, лудомана и всякого там пиз... От стакана до стакана. Жизнь простого лудомана. Лудомана. Фридрих, ну объясни хоть эту ситуацию. Почему ты пьешь пиво после тренировки? А это, ну, мне тренер сказал. Кто твой энергию тренинг? Нужно, это самое. Кто твой тренер? А пиво это энергия чистая практически. Ага. Ну и так вот хотелось. А вот наш модератор смотрит после тренировки. Давай, затягивайся, ёптать, показывай все. Все карты, вся правда, блядь. Вся правда о нашей, блядь, жизни. Хоккеисты все курят. Если играете в хоккей, советую курить. Да? Да, а теннисисты. Это просто пиздец, ребят, короче. Вот сейчас как с ними можно? Как с ними пойдет можно? Теннис большой, вот я вам покажу, как Андрюха играет в большой теннис. Ага, ну посмотрим, если ты не сдохнешь после первого сета. А что, мы музычку можешь какую-то? Ребят, это просто пиздец. Напишите ему что-нибудь, как его смотивировать, чтобы он бросил бухать и наконец занялся спортом.
Реально, ребят, прошу вас, напишите. Ну, Музон, где? Вот он. Музыку! Фридрих, попрощайся. Дьявола на тебя нет, Демонюга. Дьявола. Че будем дьявола отрубать? Дьявол тебе скоро чувство отрубит, блядь. Все, что можно. Фридрих, наши просывают 3-1. Что ты на это скажешь, братан? Тебе похуй, да? Ты за французов болеешь? Я болею за свою ноздрю. Фридрих, заебал я. Фридрих, хорош уже. Все и так тебя уже ненавидят. Фридрих, смотри, сегодня играет Франция и Россия вечером. Как думаешь, какой будет счет? Да. Да? Играют, да? Слышь, ну что, вот давай по чесноку, без понтов. Да и расслабься-то, давай нормально, не понтуйся. Короче. Все, Фридрих, поменяй. Короче, что ты скажешь по поводу наших на Евро? Какие шансы у них? Реально, реально, без понтов. Я за сборную Израиля ничего не могу сказать. Нет, ну... Про ваших я ничего не понимаю. Хорошо, а про ваших? А, китайцы выиграют. Китайцы... Нет, ну что ты думаешь про сборную России? Давай, серьезно. Сборная России... На Евро, честно, вот твое мнение. Мое честное мнение? Да. На Евро? Нехуй вам там делать, блядь. Вот это все вообще заебуто. Почему, Фрид? Фрид, ну почему? Вот посмотрите, как играет сборная России. Обратите внимание. Кто должен на воротах стоять сборной? Кто давай, должен? Ты тренер. Лично я? Смотри. Есть, гол! Зашибуха. Голешин, Фридрих. 2-1 наши забили. А ты говоришь, нехуй там делать. Ой, 2-1. 3-2 уже. Товарищеский матч. Марсельеза. Блять, да похуй, товарищеский нет. Это пристрелка, Фридрих. Ты же знаешь сам прекрасно, что они там рубятся, жопу рвут как могут. Кто жопу рвет? Вон, смотри, тот, как, кто смотри, хочет попасть в команду и не попадет никогда. Почему? Почему? Так, потому кто... что мы насосы. Смотри, люди хотят услышать твое мнение по поводу составов вот на Евро. Кто должен быть на воротах? Акинфеев или все-таки... Владыгин. Однозначно, да? А почему вот в первом тайме стоял Акинфеев? Потому что у него очень гибкое очко. Ну, если честно. Вот это честно. Это честно. Они долбятся друг с дружкой, а ебутся и деньги в кружку. Бля, ребят, вы... Весь хуй до копейки. Вот только с Фридрихом может такое. Так, кто должен быть в нападении в России? Давай, только по чесноку. В нападении должен быть Дзюба. Так. И все. Один. То есть мы должны играть с одним нападающим? Два нападающих под ним. Ага, кто? Два под ним. Кокорин. Однозначно. Да. Великолепный игрок. Да. И изумительный игрок есть. Но это мистер Икс, я вам не скажу. Линия полузащиты. Идет Широков, однозначно. Широков изумительно. Но его нужно мотивировать. Ему нужно денежку проплатить. Все. Смотри, момент. Да не будет ничего, все. Сейчас, подожди. Не будет, да? Ага. Да все уже, я уже смотрел. Это запись. Ага, я понял. Вот. Обязательно должен быть Ширков. Так. Обязательно. Обязательно должен быть Глушаков. Угу. Сейчас вышел на пик своей великолепной карьеры Глушаков. Угу. Очень хорошо играет. Слушай, я бы... да. Ну, а кто ты считаешь самый лучший игрок сборной России? Самый лучший игрок сборной России – Крейзи Фридрих. Крейзи? Не, ну честно, кто? Кто самый лучший игрок сборной России? Ну что знаешь? Кто лучший игрок сборной России для тебя? Кокорин, там, я не знаю, Дзюба, наверное, да? Ну, я не согласен с тобой. А кто? Дзюба – стол. В Дзюбу нужно попасть. Да? Чтобы попасть в Дзюбу, нужно, извините меня за... тонкое матерное слово «изъебнуться». Mm-hmm. Вот. Жирков обязательно должен быть. Это один из моих любимых игроков.
фантастический игрок. Но опять же, ему нужна мотивация. Без мотивации никуда ты не пойдешь. Фридрих, ну а это самое. Как ты сегодня потренировался-то, заебись? Водки уже нахуярился, да? Пил водку сегодня, признаюсь честно. Нет? Пивка только после тренировочки, да, бомбанул? Пивкам бомбанул? Дыхни, дыхни, чтобы они поняли. Фу, блядь. Ребят, пил он, нет? Скажите. Смотри, какой гол красивый, а? Шикарный просто гол. Так их развели. Фридрих, ну, скажи честно, пил сегодня водку, не? После тренировки. Ты ж куда-то от нас девался сегодня. К другу ездил, а? Я помог человеку... Выпить водку? Нет. А поесть макароны с колбасой. А-а-а. Ты просто устал? Уставший, да, у тебя после тренировки? Я просто устал. А, просто устал. Я 20 минут ждал автобуса, потом 10 минут ждал троллейбуса, потом подождал маршрутку, и пришли близняшки. Да? Такие сладкие. Фридрих, ладно, я понял. Заставь народ подписаться на канал, и, в принципе, все ясно с тобой. Что значит все ясно со мной? Народ просит узнать, где ты работаешь, чем ты занимаешься. Уставками живешь? Ебать! Ты что, заставляешь их телекинезом подписаться на канал? НЛП. НЛП? Нейролингвистическое программирование. Ясно. Я владел им в застенках КГБ. Ясно. Так что, если не хотите этого с собой сделать, я это сделаю сам с вами. Ясно. Короче, друзья, подписывайтесь на канал. Скоро вы узнаете, где работает Фридрих. Всем счастливо.